trenches. Там стаба есть. Да ёб твою мать! А чё вы молчите, что вы все сдохли-то, а? Я думал, там за машиной бой у вас идет, оказывается. Нет. Машина повреждена, да? Нет. Да, сейчас расчистим, чё у вас эти. Вы были тут как бы нормальные игроки, а так. Нфасы всякие. На ЕС они на втором этаже были. Да ладно, ты чё, стрелять научился? Ты ж не мог до этого. Может, подсольюсь? Хотя, чё? Сейчас, короче, пацаны, подождите немножечко. Хорошо.
бы их забрал. Блять, у меня патронов нет. Я отвечаю. А чё у нас вообще? Доставка? Надо за Руслан это дверь сломать, да, а потом будет доставка. Блять, я. Пацаны, прикройте. Юран. Да блять. Держи рекламу полицейского участка слева. Там все сделано. Слева и справа. Да ладно, ты, блядь, нихуя себе. Он правда научился стрелять? В прошлой миссии он не мог. Поехали, господи, на сдачу. Молчи уже, ёбан. Скоро грузовик собрался. На заправку, почини его. Я с успею доехал. Да, кстати, можно без маски Что
Султана поехал. Не, нахуя не. Или тоже может что-нибудь будет. Едет один сыне. Как я люблю машину. Снова принял. Снижать. Минус 23. Не, нормально. Вижу на Е. Двое на Е. И один во дворах пошел. Во дворах пошел с Е. Во дворах один. Уже под вами. Я возьму. Так, наверное, СС. Посмотрите дорогу СС. Там толпа может тоже забежать. Кто-то хлопает. СС бегает. Заходит, заходит. И один опять СЕ. Ой, я... WS. Внизу они, или где? Гнездо. Опять бегут. СВ. Забрался на козырек на тонкой дороге. Слышите, да, напротив дороги забрался. Не понял. Один ЕС. Один. WS один. Один НЕ по дворам идет. Но пока далеко. Вот теперь близко. Еще один по дороге бежит. Дал ему пощета. На дороге на ЕС. Двое. Подворов принял. Двое съед по дворам. Понял, принимать буду. Одного осталось, ребят. Блять, у меня патроны кончились.